Друзья, всем большой-большой привет! Вы снова на моем канале. Обзор урожая на моем дачном участке. На моем дачном участке вот выросла вот такая картошечка. Выкопала картошечку. Картошечка белая, очень вкусная. Варится хорошо, разваривается. Можно готовить пюре, можно готовить супы. Можно жарить. Очень вкусная белая картошечка. Вот такие вот яблоки. Яблоки — это Юлька. В июле месяце очень вкусные, очень сладкие. Можно готовить компоты, можно готовить варенье. Вот такой вот сорт яблок. Зеленый, кисло-сладкий. Буду готовить компоты, буду сушить в духовом шкафу, буду нарезать его на половиночки, на четвертиночки, сушить в духовом шкафу. Зимой можно готовить компоты и пироги печь. Такие вот у меня планы. Сейчас буду резать, мыть яблочки и варить варенье. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.